Здравствуйте! Время идет, и чемпионат мира по биатлону остается где-то уже далеко позади. А вот некоторые ранее не озвученные моменты стали известны относительно недавно. Как стало известно, спортивный директор сборной Норвегии Пер Арне Ботнан отреагировал на слова Доротеи Вирер о том, что Ингрид Тандервольд и Тирель Экхоф пытались помешать ей в заключительной гонке сезона 2019-2020. Результаты пасьютов в Кантиалахте определили победительницу общего зачета Кубка мира. Затем Вирер заявила, что норвежки наступали ей на лыжи, а Тандервольд пыталась подрезать ее. Ботнан выразил надежду на то, что слова Вирер неправильно процитировали, или же спортсменка просто неправильно выразилась. Грустно, если она думает, что кто-то намеренно наступает ей на лыжи и пытается остановить, потому что это не так, заявил Ботнан. Он подчеркнул, что Экхоф, боровшаяся за большой хрустальный глобус, на трассе получала обычную поддержку и лишь на последнем круге узнала, как идет относительно Вирер. Мы хотели бы поделиться своим мнением по поводу этого эпизода. Как было на самом деле, знают только эти спортсменки, поэтому что-либо утверждать или опровергать не имеет никакого смысла. Мы всегда восхищаемся итальянской биатлонисткой Доротеей Вирер, ее результатами и стремлением к победе, тем, как она навязывает борьбу соперницам в споре за медали. Еще раз подчеркнем, мы здесь не на чьей стороне. Дело в том, что это может быть элементами обычной спортивной риторики. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!